оказалось, что российские пограничники задержали бедняжку Аллу Пугачеву на час. Появились подробности. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Портал Мэш опубликовал фотографии. Видно, как Пугачева звонит кому-то, будь может, своей крыше. Сидит в белой шубе и кепке. На столе такое чувство, что футляр от очков, что она их носит. Пишут, что пограничники уточняли цели приезда, срок, задавали другие вопросы. Попросили пройти в специально закрытое помещение. При этом говорят, что Примадонна переживала, что ее не пустят на родину. Для того, чтобы успокоиться, постоянно говорила. Рассказывала, что жизнь за границей тяжелая в ментальном и в материальном смыслах. А также, как поживает дети и супруг. Затем же, пишут, достала из сумки несколько портретов, расписалась, отдала пограничникам на память. Я напомню, Пугачева приезжала в Россию 2 ноября, записала 3 песни, решала вопрос по недвижимости, некоторые говорят, по наследству, 5 ноября уехала обратно. На мой взгляд, если на час задержали ее, то вполне возможно, думали, а может ее вообще нужно задержать, посадить за решетку, и, быть может, согласовывали, уточняли и делали созвоны, а Пугачева тоже звонила своей крыше. Ситуация интересная, до конца непонятно, и вот для меня удивление, почему снимки всплыли только сейчас. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях, оцените видео, чтобы вы увидели другие. Можете подписаться, каждый день обсуждаем самые важные и интересные новости. Можете поддержать канал, номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной, с вами Жан Содель, до встречи, хорошего дня.